Отборный картофель, хрустящие кочаны капусты, свежие томаты, макаронные изделия, орехи – все самое лучшее производители выкладывают на своих прилавках. От покупателей нет отбоя. Ярмарки «Привоз» давно полюбили селянам. Особенно радуют низкие цены. Ярмарка хорошая, организация, в общем-то, на достаточно хорошем уровне, цены приемлемые. Ну, можно, конечно, пониже желательно для пенсионеров и неимущих граждан. Специалистами управления сельского хозяйства идет постоянный мониторинг цен на ярмарках «Привоз», контроль качества продукции и обслуживание, оборудование торгового места. Жители поселка Виноградного очень благодарны за то, что к нам еженедельно, по субботам, такая ярмарка приезжает овощной продукции «Привоз». Здесь предоставлена всякая продукция, и овощная в большом ассортименте, ранняя даже продукция, которую мы еще сами, к сожалению, не успели вырастить. Здесь и помидоры, и цветная капуста, пожалуйста, все свежайшее, по доступным ценам, значительно ниже, чем у других производителей. И мясная продукция в большом ассортименте, и кондитерские изделия. Это значительно экономит нам время. Работу ярмарок разграничат. Вещевые ярмарки будут проходить отдельно от сельскохозяйственных. Со следующей недели задача такая, что в один день у нас ярмарка сельскохозяйственная. Это будет по пятницам. На следующий день будет универсальная ярмарка. Такая тенденция будет соблюдена во всех сельских округах.